возможно, чемпионский свой матч будет проводить при следующем сочетании футболистов. 6 и 21-й Жакоб Кужамбирде. В опорной зоне у Кокшетаутов выступает возможность для развития контратаки у хозяев. Риста Рисович бежит вперед. Рядом с ним Сан Жумаханов. Рисович сам бьет. Футболисты, которые великолепны. Действуют на втором этаже. Твумаси. Удар отличный. Рядом со штангой. Стаменкович на всякий случай бросился, но казалось мне, что не поспевает к этому мячу. Сербский завладевает мячом. Заброс от Рисовича вперед. Серж Бандон. Ганде убегает на ротыву. Удар над перекладиной. Не подстроился правильно под мяч. Серж Бандо бьет камерунец с лета. Нет. Кабананга пускается ближе к центральной линии. Забирает мяч Мужиков. Одна из излюбленных и наиоптимальнейших вариантов для того, чтобы забить. И Рисович из-за пределов бьет там с метров 30-35. Эрич не рискует, выставляет руки, отправляет на корнер мяч. Главный не серба. Рисович! Можно перевести мяч на левый фланг. Рисович сам проходит мимо Каниса. Вперед направо. Бандо! Мяч оставит в пределах поля? Нет, на угловой вновь он его отводит. Корнер будет. Нет, и от ворот, и вовсе. Камерунец там не совладел. В общем, не совладал с собой и с техникой. В общем, там мяч вперед направо на Бандо. Против него Дмитрий Шамко. Бандо проходит мимо левого защитника сборной Казахстана. Бандо врывает штрафную площадь. Прострел. Принимает на себя удар Юрий Логвиненко. И корнер очередной угловой. Астана в полном составе отправляется назад. Угловой. Навес на дальнюю штангу. Там Жак Кожемберде, Рисович. Скидка назад. Мангуткин. Удар. Эрич из девятки мяч вытаскивает. В монструозном прыжке серб отводит угрозу от своих ворот. Еще один навес может сейчас последовать. И за боковой теперь будет сбрасывать кокшетауцы. Пойдет мимо Дмитрия Шамко. Нет, нет. Шамко сам. Передача отличная на Серикжана Мужикова. И подталкивает его. Жакоб Кожемберде помогает себе руками вне рамках правил. На 11-метровую отметку указывает Игорь Чесноков. И пенальти на 35-й минуте нашей встречи. Серикжан Мужиков. Но отметим особенно здесь Дмитрия Шамко. Мяч он отобрал у Сержа Бандон Ганбе. Всего одну передачу он придумал. И снабдил мячом сразу же набегающий. У кого крепче нервы? Ганес разбегается. Удар Стабенкович берет! Продолжается атака Астаны. Жакоб Кожемберде на правом фланге. Вот это поворот. И все продолжается. И все... Канис. Вот такой вот мастер. Откровенно простой удар совершает. В левый от вправо от вратаря угол. И, видимо, Стаменкович действовал просто на реакции. Мяч этот вытянул, потому что... Ну, не идеально исполнил вот этот выстрел с 11-метровой отметки. Практически. Ох, выталкиваем мяч за... От Джуниор Кабананги удар из-за предела штрафной площади в исполнении Шамко. Метров 30 до ворот. Ну а далее в резерве у астанчан все же более молодые футболисты, будь то Мадижу Гибаев, либо Бержан Кубев, такие вовсе. Дворк Наджирян и Ямами пока каких-то больших проблем. Уортленд Эрич не создает. Мужиков перевод дальше на Кабанангу. Удар. Наверное, самое неудачное решение из всех возможных принимает конголезец. Отцепился у своей штрафной площади. Всячески разминается. Холодно. Голкипер Астаны. Твумаси. Мягкий заброс следует. Бандо на левом фланге. Мяч кто-то получает из Астаны. И с футболистов Астаны. Еще один прострел. И вновь отбивается хозяева. Но здесь уже чудом, потому что... Немного повысить статистику, улучшить статистику владения мячом. На поле пока кукшетаутся и раз за разом все эти прострелы ни к чему не приводят. Джуниор Кабананга! Стаменкович в очередной раз выручает свою команду, совершает супер сейв. Кабананга! Мяч, мяч. Рукой, но этого не видит Игорь Чесноков, но Стаменкович в любом случае выручает свою команд. Вот такие вот взрывы происходят. Раз снимает. И вопрос о тактической схеме мы вновь. Джозеф Нейм против внимания Максимовича. Заброс на Джуниора Кабанангу. По левому флангу несется вперед. Кабананга. Удар!
Эрич на угловой. Стандарт очередной. В общем, вот на таком. Кидка на Николаса Каналиса. Рядом с ним все тот же Молдокараев. И можно бить из-за предела штрафной площади. Удар, Эрич. Спокойно абсолютно. Ни капли в волнении. Он уже именно сербский кипер стал постоянным защитником ворот. Джуниор Кабананга опять проходит вперед. Удар! Очень опасно. Над перекладиной мяч проносится. И теперь уже атака Астаны. Вновь Мужиков с мячом на левом фланге. Шамко! Нужен прострел! И гол! Джуниор Кабананга! Нет! Вне игры оказывается кто-то. Или... Все-таки не засчитывает, видимо, мяч Игорь Чесноков. И радуются болельщики не только Кокштауского клуба, наверное, не в такой мере, как болельщики Кайрата, которые не теряют надежды на то, что ОКЖП сегодня вырвет победу. Ну и все продолжается. Во, первый же мужик будет подавать мяч от правого углового флажка, от ворота, разумеется, Саша Томенковича. Все, чемпионы. 0-0. Астана. Это чемпионы сезона 2016 года. Астаны, как бы это ни звучало абсурдно, но поздравляю вас, астанчане, с ничьей. Поздравляю всех болельщиков столичного клуба, всех тех, кто, собственно, поддерживает дружину Станимира Стойлова. Ну а ОКЖПС сегодня добывает одно очко и таким образом набирает 45 баллов. Астана с 72 очками. Чемпион этого года звучит. We are the champions, разумеется. И после встречи обильно и ровно по всей дистанции. Ну а болельщики Кокшетауского клуба продолжают радоваться, продолжают аплодировать своим футболистам. Чижов, все отправляются туда, к фанатскому сектору своей команды, а он дается, сломя голову как-то, потому что это было достаточно ожидаемо. Выйдем на воздух для того, чтобы увидеть, как сотрудники профессиональной футбольной